Добрый день! С вами магазин пряжи Коска, меня зовут Евгения. Сегодня поговорим с вами об очень интересном артикуле. Это вискозный шнур, наполненный вспушенной альпакой. Пойдемте знакомиться. В составе этого артикула 40% вискозы и 60% вспушенной альпака. Из вискозы у нас соткан вот такой вот петельный шнурочек. Вы видите, как он поблескивает, он такого белого цвета во всех расцветочках. И он сам уже непосредственно наполнен вспушенной альпакой. Метраж этого артикула 300 метров в 100 граммах. Стоимость 900 рублей за 100 грамм. Производитель Рига. В наличии осталось три цвета. Белый, абрикос и вот такая чудная ириска. В бобинке вискозный шнур видно очень хорошо. А вот в образце, когда альпака после ВТО уже распушается, она своим ворсом этот шнурочек припыляет, и поэтому блеска становится чуть меньше. Но блеск здесь очень деликатный, очень благородный, поэтому бояться его не стоит. Так, этот образец у нас связан в одну ниточку, спицы здесь 4 мм. И есть у нас образец, связанный резинкой, и в этот образец мы сделали подмот мериноса с эластаном. Для чего мы делали подмот? Так как этот артикул у нас плохо держит резинки, можно сказать, он вообще ее не держит, резиночка растекается. А если нам нужна упругая резинка, например, для манжеты, или мы хотим связать себе теплую шапочку резинкой 1 на 1 или 2 на 2, то, как вариант, мы можем сделать подмот мериноса с эластаном, либо просто 100% эластана, и резиночка становится довольно-таки упругой. Что мы вяжем из этого артикула? Как уже говорила выше, это шапочки, это шарфы и, разумеется, это плечевые изделия. Свитера, кардиганы, жилеты. Получаются эти изделия очень теплые, так как у нас альпака, животное, живет в очень таких суровых условиях, можно сказать. Это горы Анды, где большой перепад температур, днем там очень тепло, а ночью холодно, поэтому ее шерсть приспособлена выдерживать такие перепады, и животное со своей прекрасной шерстью чувствует себя прекрасно и в жаркий день, и в холодную ночь. Поэтому альпака — это очень тепло, это комфортно, и даже если в помещении тепло, вам не будет в ней жарко. То есть она обладает хорошей терморегуляцией. По поводу расхода. На плечевое изделие, если мы вяжем в одну нить и используем спицы примерно 4,5-5 мм, на размер 44-48 у нас уйдет от 300 грамм. Здесь уже точный расход будет зависеть от модели, узора и свободы облегания изделия. Для заказа этого артикула можно написать нам сообщение сообщества ВКонтакте, либо перейти на наш сайт и оформить заказ самостоятельно. Надеюсь, вам было интересно. Всего доброго. Пока-пока.